Поставил антенну ПАК-12. Вот так вот все это выглядит. Там штырь, противовесы раскиданы 8 штук примерно равномерно по земле. Катушку тоже уже выставил в нужное положение. Кстати, пропаял ее, чтобы собачка не слетала. Вот, и график КСВ. Так сильно отсвечивают. Ну вот видно, что сейчас вот минимум КСВ там на 214. Вот. То есть как бы шаг катушки получается довольно грубоватый, то есть изменения по резонансу происходит довольно заметно. Вот. Ну, тем не менее, вот решил оставить так. Там КСВ получается в пределах 1.5 на 20. Вот, а минимум. Ну вот видно, что вот на 14.015 КСВ 1.72. Погода солнечная, поэтому все бликует. На 214 КСВ 1.37. Ну, короче, нормально, можно отработать. Можно, конечно, заморочиться немножко и поиграться еще длиной штыря этого телескопического. Вот. Но делать этого не буду. Вот дует ветер небольшой, значит, антенна стоит как вкопана, не сдувает ее. Вот. Сейчас включу радио и посмотрю, как это все работает. Поставил второй вертикал, это ОПЕК HVT-400. Вот. Ну и начинается сейчас танцы с бубном по его настройке. Значит, вот у той антенны танцы были с раскладкой противовесов. Вот. Это заняло вот некоторое время, но еще плюс вот такой совет для себя выработал. Значит, имеет смысл каждый противовес крепить на отдельный крокодил, потому что сейчас оно так вот закреплено, то есть в одном крокодиле два провода. Вот. Потом получается, все это нужно распутывать. Вот. И вот на распутывание больше всего времени ушло. То есть вот имеет смысл сделать противовес, каждый противовес на свой крокодил. Вот. И это не будет занимать так много времени. Вот на разворачивание этой антенны ушло примерно 5 минут. То есть, как бы, да, это недолго, но тем не менее. Вот. Вот сейчас буду настраивать эту антенну. Поставил второй вертикал, это ОПЕК HVT-400. Вот. Ну и начинается сейчас танцы с бубном по его настройке. Значит, вот у той антенны танцы были с раскладкой противовесов. Вот. Это заняло вот некоторое время, но еще плюс такой совет для себя выработал. Значит, имеет смысл каждый противовес крепить на отдельный крокодил. Потому что сейчас оно так вот закреплено, то есть в одном крокодиле два провода. Вот. Потом получается, все это нужно распутывать. Вот. И вот на распутывание больше всего времени ушло. То есть вот имеет смысл сделать противовес, каждый противовес на свой крокодил. Вот. И это не будет занимать так много времени. Вот. На разворачивание этой антенны ушло примерно 5 минут. То есть, как бы, да, это недолго, но тем не менее. Вот. Вот сейчас буду настраивать эту антенну. ОПЕК закрепил таким образом, через кронштейн на крышу домика. Верхнее колено подвижное пришлось у него максимально вытащить для того, чтобы хоть как-то приблизиться к 20-метровому диапазону. Ну, давайте посмотрим на график КСВ. Вот. Лучше всего на 14500, но это как бы далеко от нужной полосы. Вот. На 14200 получается КСВ 3.2, вот. На 14100 4.0.
Может, как-то можно и лучше эту антенну согласовать, вот, но у меня это сделать не получилось. Вот, а времени тратить на это не сильно хочется. Тем более, что каждая подстройка — это антенну сними, значит, колено подкрути там и так далее. Вот. Получается вот такая заморочка. То есть как бы ту антенну лучше использовать ее в стационарных условиях. Вот она стоит на одном вот месте, ее не трожь. Вот. Иначе передвигай колено верхнее. Сейчас посмотрю, там катушку пошевелил, что-нибудь повлияло. Нет, ничего не изменилось. Ну и давайте в таком положении сейчас сравним антенну с этим вертикалом. Я думаю, что результат будет очевиден, но давайте сделаем замер по приборам. Сейчас прием на ПАК-12 идет. Переключаюсь на ОПЕК. С4. Ну, примерно пару баллов разницы есть. ПАК-12, антенна. Это ОПЕК. Да, спасибо за QSO, удачи, 73. Это ОПЕК. ПАК-12. ОПЕК. Прием цифры. Сейчас стоит ОПЕК. ПАК-12. ОПЕК. Минус 96 там по показометру. Стало минус 87. То есть почти 2 балла разница по приему. Основа ОПЕК, снова ПАК-12. Вот прием ССБ. ПАК-12. Ну, кстати, вот тут на ОПЕК получается менее как бы шумно. Может быть, за счет диаграммы направленности ее. Вот ПАК. С6. Не, все равно тут разница есть. С4. С6. Если шумы мешают, можно включить кнопку NR. Санкции очки на дипломах клуба КДР на хам-клубе. ТОПЕК. Да, Евгений, добрый день. Я вот принимаю пятерка-девятка, небольшие ТЮГИ до 5-7. Вот, зовут Мирамыль, город.
Сергей, пока. Да, иди, пока, 2 секунды. ПАК-12. ОПЕК. ПАК-12. Да, получено двигатель. Спасибо. Пятерка, девятка, 5-9. Район аэропорт X-Region Mexico Lima. X-Region Mexico Lima. ПАК-12. А на северо-донецкой Лавровской земле здоровье Лавров семейства рад буду слышать. 73, пока. ПАК-12. Ну, сегодня вещание закончил. По большому счету слушал эфир, потому что прохождения нет. Вот, сейчас перестроился, значит, на сороковку. Там тоже станций довольно мало. Вот. В основном слушал на 20 метрах. Вот по приему я снял видео, в которых видно сравнение антенн. То есть вот, бывают ситуации, что вот ОПЕК принимает, ну, скажем так, если и не лучше, то, по крайней мере, не хуже. Вот, судя по всему, это зависит от диаграммы направленности антенны. Вот, но в целом ОПЕК проигрывает по приему 2 балла по отношению к ПАК-12. Вот. Есть еще такое ложное ощущение, что вот мы включаем ОПЕК, как бы, да, там, и станция как будто бы стала лучше проходить, но по эсметру видим, что это не так. То есть шумов меньше, но шумов меньше вот опять-таки за счет того, что эта антенна хуже. Вот такого же эффекта с шумами вот можно добиться, если на трансивере включить, например, аттенюатор. Вот, загрубить входной сигнал. Вот. И вот разница, еще раз повторюсь, между ПАК-12 и ОПЕКом составляет в среднем 2 балла. Вот. И у той, и у другой антенны есть свои плюсы и есть свои минусы. Вот. Но мне вот не понравилась процедура настройки ОПЕКа. Вот если антенна используется, допустим, на разные диапазоны, к примеру, да, там, то как бы ее не получится оперативно перестраивать. Да, можно сделать разные риски или метки на полотне передвижном, к примеру, да, там, в зависимости от этого переключать. Но это вот опять-таки надо подойти, антенну снять, значит, колено перекрутить, вот, и обратно поставить. Вот. Даже в текущей ситуации, вот, допустим, подходить, откручивать кронштейн при креплении отверткой, снимать антенну и так далее, то есть, ну, это заморочка. Вот, в этом же случае гораздо все проще. Вот, я с антенной настроена на сороковку, то есть, причем уже на катушке есть базовая метка, вот она, красненькая, нижняя. Берем, переводим ползунок вверх, все, антенна работает на двадцатке, вот, и можем спокойно вещать. Вот. Либо, как еще один вариант, ставить сюда еще одну катушку. Значит, получается, каждая катушка настраивается на свой диапазон. Одна, например, на 40-ку, другая на 20 метров. Значит, и ставится реле для коммутации катушек. Вот. Таким вот образом можно получить гораздо большую оперативность. Вот. Ну и по времени разворачивания. Вот, ну, уже говорил, что ПАК-12 раскладывается довольно быстро, вот, за исключением вот противовесов, с ними пришлось повозиться. Вот, из-за того, что они заведены по две штуки на один крокодил, как бы, и из-за этого провода путаются. Если сделать крепление на разные крокодилы, я думаю, что будет все нормально.